Всем привет! С вами снова я, Витя. Сегодня я буду готовить воду для морского аквариума. Нам понадобится специальная соль для морских аквариумов, астматическая вода, весы и емкость, где мы будем все замешивать. На 1 литр воды нам понадобится 38 грамм соли. Поэтому для приготовления 10 литров морской воды мне нужно отмерить 380 грамм соли. Включаю весы. Беру мерный стаканчик и зачерпываю нужное количество соли. После того, как мы отмерили нужное количество соли, высыпаем ее в ведро с астматической водой и перемешиваем до полного растворения. Для этого можно использовать любую помпу, которая сама все сделает. Когда соль растворится, вода для морского аквариума готова. Если это видео наберет 100 лайков, мне разрешат завести свой морской аквариум. Спасибо за просмотр!